Как я ни старался, за чужими роями гонялся, а свои пропустил. Пошли, будем снимать. Ну, значит, всем привет. Сегодня 25 мая. И пришли мы на пасеку. Пчелы гудут. А тут смотрим, висит один рой. Вот. Висит он. Висит. А он на вербе второй висит, поменьше. Конечно, 100% нельзя сказать, что это у меня. Ну 90%, что это у меня улетели. Хотя я следил, смотрел, делал отводки, убирал маточники. Ну, в общем, струсы. Буду оба в один ящик снимать. Пришлось одеться, говорю, потому что эти рои оказался смертельно злой. Я как начал трусил в прошлом году. Вообще в одних шортах. Ни одна пчела не укусила, а это кошмар. В голову штук 10, в руки штук 10. Это рой называется? Говорят, рой не кусается. Это не рой, а бешеная собака какая-то. Сейчас будем сюда бешеных вторых снимать. Что-то мне это не нравится. Пусть слазят своим ходом. Фу, бешеные какие. Вот, решил я не морочить голову, срезать веточку с оставшимися пчелами. Вот этими ненормальными. Думал на стремянку ставить тут этот второй ящик, но решил сделать попроще. Все, пусть объединяются. Ну вот, пусть они теперь лезут все в ящик. И один рой, и второй рой. Ну, злые какие-то, злые. То я трусил, вообще никакой реакции не было. Полетали, садились на меня, и даже никто не пытался укусить. А это какие-то бешеные. Не знаю, мои это сбесылися, или это чьи-то. Но у меня есть злая семья. Может, я ее и пропустил. Надо матку менять. Раздавить эту скотину, которая злых пчел дает. И здесь я пристроил ящик. Оставшиеся злюки, может, в него залезут. Вон, они уже начали сюда залазить. Хотя матки тут нету, матка там осталась, конечно. На той ветке. Ну, посмотрим. В общем,
эти беженцы будут собраны. Ну, в общем, на этом и будем заканчивать. Посажу я их еще в 22-рамочный улей украинский. Там уже два райка сидит небольших, я этих туда закину. Пусть решают, какой матке жить. Лучше бы, конечно, эту злую матку уничтожить. Но сейчас получается там две матки. Ладно, в общем, что-нибудь да получится. Все, всем пока.